утро, товарищи. Начинаем утреннюю гимнастику. А, закукарекал. Сам не спит. И людям не дает. Начинаем ходьбу на месте. И... Ходьбу. Какая может быть ходьба в такую рань? Куда идти, когда все закрыто? Прогнитесь и постарайтесь руками достать носки. Правильно. Носки надо достать. Куда же я их положил? Странно. Ни носков, ни ботинков. В чем же я вчера домой добирался? Непонятно. Вытяните руки перед собой. При счете раз резко поднимем вверх. Вот интересная проблема. Почему в понедельник руки ходят, а ноги нет? Да, в таком состоянии нельзя на работу идти. Я сейчас столько браку дам. На всю пятилетку хватит. А не пойти тоже нельзя. Прогул запишут. Так что идти или пожалеть родной завод. Вот о чем надо по радио говорить. Кто устал, может закончить упражнение. А вы устал. Не то слово. Ой, мало. Мало нам платят за такие мучения. Теперь переходите к водным процедурам. Всего доброго, товарищ. К водным. Нет, смелый, вот сам пей. А я подожду до 11. А я до 14:00, к сожалению. Гражданин Сироткин. Рано. Где? За наше гостеприимство нужно расплачиваться. Всего-навсего 25 рублей. Спасибо, дочка. А за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии штраф 50. Знали вы. Итого 75 рублей. 0-0 копеек. Подмосковные вечера.